Ребята, всем привет! Я подаю кому-то хлеб. Хорошо. Мы сегодня были на острове. Это очень интересно было. Мы нашли еще одно место, которое нам понравилось в Америке. Это Флорида или Флорида, кто как хочет говорит. В общем, нам понравился город Форт, по-моему, Майерс. Или Форт Майерс. В общем, Форт Майерс. Да, по-моему, так. Это мы первый день, первый раз в нем сегодня здесь. И еще на 2 дня останавливаемся. Потом идем, едем на остров, вон на нашей зелененькой машинке, на вон той. Катаемся так хорошо. Сегодня сделали кучу покупок. Скорее всего, дети захотят сейчас это все смотреть, что я купила вечером. Они сидели в машине, и я покупала. Thank you. Да, Сэм погнал он. А какой у нас номер, Кость? Я тут с пакетом, гляньте, у меня куча пакетов. Так, это я купила 2 купальника, потому что не знаю, какой из них подойдет. Возможно, даже и эти будут большие. У меня вообще размер X, то есть просто large. Но бывает такое, что надо покупать на размер больше. Я взяла сразу 2. Костка, и думаю, померю, если какой-то подойдет, сначала этот померю. Если подойдут, понравится, значит оставлю. Нет, значит в Костка всегда можно сдать. Вот так вот как-то. Так, Ализа, вот видите, в костюмчике, это тоже в Костка мы купили. Леггинсы и такая кофточка. Ну, постой. Постой. Так, только не упади. Смотрите, какая мягенькая кофточка с капюшончиком. Наш холодный спакен. То, что нужно. И вечером вот во Флориде, в общем, ребята, кто как хочет, говорит, я уже говорила об этом. Холодновато, да, поэтому нам надо такое. Хотя сегодня уже потеплело. Вот этих 2 дня было очень холодно. Так, дети купили монополию, но это я уже показывала. Старшие дети покупали. Вот, кстати, как называется остров. Sanibel Island. Костя выбрал себе футболочку красивую. Я надеюсь, у нас в номере есть здесь утюг. Должен быть. Так, посмотрим. Да, вот есть утюг. Видите, гладильная доска. Доска. Можно поутюжить все вещи. В общем, уговорили детей завтра посмотреть их подарки. А ну неси сюда, Сереж. Ну, вам сегодня покажем. Завтра будет такое, как бы придумали мы игру. Ну, поближе иди сюда. Стой. В общем, у нас же 4 детей. Хотя у нас старшие дети, ну, им все равно будет интересно. В общем, каждый... Собрешься опять. Короче, они будут доставать по 1 подарку завтра. Вот так. Вот так. И кто что достанет, тому и будет этот подарок. Но потом они смогут обменяться. Это просто мяч на пляже играть такой. Это очень мягкий. А, там замотали черепашку. Ладно, это потом. Самолет. Это кожаный самолет. Кулончик, да. Ну, стой, чтобы они сюда не пришли. Что там еще? Да, вот это кожаный кулончик. Я сам его купила в виде собачки. Он любит собачек, потом крокодил. Не знаю, какой он выберет, или Костя с Максом какой выберет. Самолетик. Самолетик. Здесь вот черепашка, ну размотай. Хорошо замотай. Черепашка. Ну, вот такая черепашка. Обычно это ставят где-то на машину, едешь, и она болтает голову. Ну, сейчас плохо видно, ребят. Завтра, если хотите, поярче это все увидеть. Заходите в следующее видео. Сегодня 27 декабря, да? Угу. Это как бы такие сувениры на Новый год детям. Я решила купить, порадовать деток. Просто мелочь, но будет им приятно. Давай. А это? Еще один. А, это помаду я себе для губ купила. Ну, вам и себе. Губы сохнут здесь. Да. Вот. Вот такие 2 вида помады. Это то же самое? Ракушки. Ну, тоже черепашка там. Это браслет для Лизы. Такой слоником. С камушками. Браслет. Рыбка. Тоже кожаная. Мячик. Рак. Кожаная рыбка, да. Ну, завтра вы сможете все подробнее рассмотреть. Я все завтра поснимаю. Черепашка. Краб. Потом
вот такая кулончик такой с черепашкой. Цепочка. Цепочка или цепочка какая-то? Ладно, слаживай пока. Ребята, если вам интересно посмотреть этот номер, который мы сняли, заходите. Я, наверное, ссылочку оставлю. Или просто просматривайте наши вот эти видео из отпуска. Я назову этот отпуск Флорида 2020-2021 плейлист. И вы сможете зайти посмотреть все видео, которые мы снимали. Вот я без монтажа снимаю по 10 минут и все загружаю. Мил, еще там вещи. Можешь достать в том пакете кое-что из вещей для наших мужчин. Для папы Сережи. Короче, милый, я потратила $240 на все это. На сюрприз, на сувениры и на футболку. Ну, да. Короче, нельзя мужьям давать карточки женам. Оно вот так разворачивай. Вот такая розовая футболка. Не знаю, кто захочет, это X-Large. Ну, вот. Да, такой цвет. Яркий, так как сейчас у нас яркая жизнь на острове, да? Это поменьше. Это для Костика я взяла, наверное. Посмотрим. По-моему, мало. А ну какой-то разный. Я не помню, может. А, это я для Лизочки взяла. На пляж чисто, знаешь, бегать. Она будет, может, великовата, но на пляже бегать будет просторно мне. И это тоже для Лизы. Смешная рыба. Или для Сэма. Будем мерить, да. Там везде написано, какой остров, на каком острове. Это для Лизочки точно. Завтра на пляж оденем. Мы еще 2 дня будем на пляже. Вверх подними. Угу. Вот так. Рыбки. И еще там пару кофточек, да? Это вот или Сережа, или Максиму с длинным рукавом. Вот так остров называется. Еще раз. Давай, это Флорида. После Майами 2 часа мы проехали. И это для меня. Такая с небольшим начесом, тепленьким. Можешь так вот сюда поставить, да? Так, не крути сильно быстро, с капюшоном. А ну, сзади покажи. Сзади красиво. Вот. Классно, классно. Все, покупочки супер. Меня порадовали эти покупки. А завтра будем радовать детей, да? В общем, мы сегодня классно так отдохнули. Ракушек сколько насобирали. Было интересно. И набрались жизненной энергии. Поедем в холодный Спокен. Уже хоть немножечко ожили. А тут так холодно у нас, сыро постоянно. Хочется чего-то такого теплого. Переезжать сюда очень дорого, конечно. Или, не знаю, или надо переехать в такой район, где далеко от пляжа. Но, может, можно найти недорого квартиру. Все равно все дорого. Да, да, вот эти рестораны, все, как бы, за все надо платить, за дороги. Ну, не знаю, просто очень, нам кажется, все дорого, да, Мил? Ну, да. Может быть, это такое первое впечатление, но мы снимаем отель здесь, конечно, вот этот, например, за $220 в сутки. Да? Вот. Мы потратили 680, да? За 3 дня. Ну, да. $680. Это одна комната и еще одна спальня с 2 квин-кроватями, тоже телек, там все красиво, дети там сейчас отдыхают. У нас есть на канале, зайдите, посмотрите, если вам интересно. В общем-то, все, ребят, на сегодня такое видео. На сегодня, я сегодня уже много сняла. Ну, в общем, да, вот так быстро по 10 минут снимаю, чтобы дома не монтировать, потому что некогда просто монтировать. Хочется отдохнуть больше. Все, всем пока-пока.